Всем доброе утро. Оно у нас очень доброе, голубое небо, яркое солнце. Вчера был дождь. Температура воздуха 40 градусов сегодня будет. Как прогноз погоды. На завтрак я приготовила кашу. А кашу знаете какую? Малашу. Кашу-малашу. Овсян, хлопья овсяные, хлопья перловые. И хлопья, по-моему, пшеничные. Первый раз такое беру. Посмотрим. Голубика, земляника. Саша так положила в тарелку. О. Всем привет. И чай у нас будет. Хлеб с сыром, с маслом. Всем хорошего настроения на целый день. И нам тоже в первую очередь. Будьте все здоровы. Веселы, бодры, трудитесь на даче, если она у вас есть, или какой небольшой огородик. А у кого нет, ничего страшного, гуляйте побольше на свежем воздухе. Мы бодры, веселы. Фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход», как там, воспрещен. Евстигнеев, да, в главной роли. Хороший фильм. Мы бодры, веселы. Бодры, надо говорить, бодрее. А веселы, как? Веселее. Правильно. Веселее. Приятного аппетита. Мы позавтракали. И я сейчас буду готовить первое блюдо к обеду. Легкий дачный суп. Картошка, морковка, зелень, укроп, сельдерей, лук. И немного добавлю риса. Конечно же, вместо мяса. Мясо я не варю, потому что здесь жарко в домике. Тушенка. Потому что его нет. Нет. В холодильнике мяса нет, и оно нам не надо. У нас есть тушенка. Все. Варим суп. Нарезала картошку небольшими брусочками. Помыла рис. Ну, где-то вот пол кружки на небольшую кастрюльку. Тушенка говяжья. Сейчас сразу все запускаем в кастрюлю. Хай варится. И морковку натрем на терку. Люблю такие варианты. Быстрые дачные супы. Без заморочек. А еще Саша говорит, приготовь кабачок, потуши. Я говорю, хорошо, потушу. Наверное, тоже добавлю немного риса, чтобы блюдо было, ну, более сытное. Рис, лук, морковка, побольше зелени. И все, пожалуйста, второе блюдо тоже будет готово. Готовим по-дачному. Картошка с морковкой уже в кастрюле. Сейчас буквально минут 5-6 прокипит, добавлю туда рис. Тушенку, ну а зелень минут за 5. Лавровый листик добавлю. Еще хочу сварить кисель из красной смородины. Будет очень кстати. Потом поставлю его в холодильничек. В жару будем пить кисель. В кастрюлю я добавила рис. Ложка горячая, взяла прихваточку. Рис и тушенку. Все, сейчас быстренько сварится. Как я уже сказала, в последнюю очередь добавим сюда зеленушки. Пахнет вкусно, потому что тушенка из говядины. Мы покупаем разную. Ничего, тушеночка. Я уже показывала, какие мы тушенки покупаем. Так что и вам рекомендуем. Все, пусть наш суп варится. Кабачки я почистила. Сейчас я их нарежу небольшими дольками. Натру на терку морковь. Лука добавлю. В сковородку нальем подсолнечное масло. Будем тушить. И еще я говорила уже, добавлю рис. И будет очень даже и ничего. Тушить кабачки будем в чугунной сковородке. Эта сковородка моя старенькая-престаренькая, уже ей лет 40. Ну, такая хорошая. Мне ее Саша почистил, как новюсенькой. Мы уже это показывали. Добавила немножко подсолнечного масла, золотая семечка, морковки. Сейчас нарезаю кабачки, а потом добавим рис, лук, петрушку. Короче, все сюда, в чугунную сковородку. Риса добавила совсем немного, потому что кабачков еще, видите, сколько.
чтобы у меня все вместилось в эту сковородку. Еще надо лук сюда. Немножко налью водички, потому что когда готовишь рис, нужно в блюдо добавлять обязательно воду. Хотя кабачки сок дадут, но чуть-чуть добавлю, буквально полстаканчика, может и меньше. Так выглядят кабачки с рисом. С луком, с морковкой, зелень мы будем добавлять чуть позже. Можно еще будет добавить чесночка. Тоже будет вкусно. Но Саша сейчас чеснок не ест, поэтому перебьемся. Я лучше так зубчик съем. Все, отправляем на газ плиту готовиться кабачки. Это будет второе блюдо. Зелень я добавлю позже. Базилик, укроп, кинзу, сельдерей, лук зеленый, все, что есть в огороде, вся зелень, будет отправляться тоже в эту сковородку, чтобы было вкуснее. Супец варится. Я уже вот сейчас зелень бросила, лук, и через пару минут добавлю остальную зелень. Укроп, петрушку, сельдерей, кинзу. В общем, добавляйте то, что вы любите. Обязательно, без зелени никуда. Кабачки тушатся. Слышите, как шипят? Угу. Еще кисель с красной смородины. И все, нам на 3 дня еды хватит. У нас еще в холодильнике есть яйца, тушенка, сыр, молоко, сметана, творог. В общем, с голоду не умрем. Привет! Привет, Таня. Приехали наши соседи, а мы уже вас потеряли. А как же, столько отсутствовали, думаю, где ж вы пропали? Провеется, развеется. Да. Ну хорошо, молодцы, нам веселей будет. Таня, а вы в понедельник приехали? Мы в воскресенье. Ой, герои. А как же? Но... Дождь был вчера, позавчера, хорошо все полил. Ну, хорошо. Отлично. Да. Ну давайте. Вы с ночевкой, надеюсь? Да. Молодцы. Ты в платье в таком красивом? Платье 3 года, 4-й год. Неважно, но такая модная. Ай, не смеши. И корзинка розовая. Настоящая дачница, Нина, ты. Да. Последний этап, завершающий. Добавила я базилик. Зеленый, синий, укроп. В общем, вся зелень, который у меня растет на грядке. Так, ложка горячая, поэтому я так вот хочу вам показать. О, и мясо. Что только у меня тут нет. Все, буквально 2-3 минутки, и наш суп будет готов. Готов. Кабачки тушатся. Немножко посолила, чтобы кабачок дал быстро свой собственный сок. Так. Представляете, как у меня пахнет вкусно на всю округу. Я сама даже вышла сейчас на грядку за укропом. Такой аромат, как в кафе в каком. Даже вкуснее. Все, готовим дальше. Вода в кастрюльке кипит. Сейчас буду опускать ягоды. Решил еще добавить немного малины. Сочетание красной смородины и малины. Это что-то, девочки, божественно. Попробуйте. Так что кисель будет очень-очень вкусный и ароматный. Тот, кто смотрит наш канал, знает, как я варю кисель. Сначала варим компот. Буквально 2-3 минуты пусть варится компот. Не больше, потому что ягода живая. Не надо убивать витамины. Вот сейчас закипит, и я его сразу выключаю, чтобы не потерять витамины и аромат. Потом он у меня настоится. Я добавлю сахар. Ну, если какие-то соринки попадают, все убираем. Добавим сахар и немного крахмала. И все, кисель готов. Так, что у нас тут? А у нас тут... Сейчас. О, кабачки тушатся. О, может, камеру сейчас запотеть. Смотрите, уже готово. Сейчас добавлю зелень, и все. И второе блюдо будет на столе к обеду или к ужину. Посмотрим. Суп уже готов.
Можем сюда заглянуть. О, какой красавчик. Вот сегодня буду готовить. Еще у меня по плану тазик стирки вчера вечером замочила. Это одежда с грядок. Я так делаю. На ночь замачиваю. Утром быстренько раз-раз простернула, повесила, все высохло. И всегда чистый и аккуратный мы с Сашей стараемся ходить по даче. Посмотрите, какой красивый цвет приобретает компот. Все, смотрю на часы. 2-3 минуты. А пахнет, как ягоды этой смородины и малины. И, конечно же, кабачками. Ох, и вкусно у меня сегодня в домике, в дачном домике. Санек занимается своей работой. Сейчас подсмотрим, что он там делает. Короче, с сараем. Копошится с сараем. Что-то болгарка режет. Попозже подойдем, посмотрим. Компот наш сварился. Отключаем газ, закрываем крышкой кастрюльку. И пусть настаивается. Замечательно, как все здорово. На даче, на свежем воздухе. Хорошо, а в городе у нас шум, машины, пылюка. Ой, никакого покоя. Итак, компот для будущего киселя сварила. Суп сварила. Кабачки с рисом потушила, добавила зелень. Сейчас накрою крышкой и буквально 5 минут. И отключаем газ, и наше блюдо готово. Все, видите, как я быстро справилась. Иногда нет-нет, да какие-нибудь от молодежи, ну, это очень редко бывает, колки и такие комментажки. Татьяна, у вас поучиться нечему. Вот, учитесь, есть чему поучиться. Еда полезная, вкусная, готовится быстро. А лентяюшки, вот, которые пишут, ну, там одна проскочит раз в полгода. Магазин пойдет, купит все, потому что лень готовить. Говорит, все в магазине есть. Конечно, есть. Хочется, покупайте, если нет времени. А вообще лучше вот все готовить. Тем более есть огород, все свое. Да просто грех, сам Бог велел готовить. Натуральную, вкусную, полезную еду. Так что учитесь, молодежь. Я понимаю, что сейчас время другое, все готовое, они на работе, мне когда. Но иногда можно в выходной день свою семью побаловать вкусными, простыми блюдами. Да-да. Все, иду стирать белье, потом на грядке. У нас перекус, ребята, перекус. Что ты, милая? Раньше ужина и не жди. Это Даль ел кашу утром на завтрак. Рисовую. Он ел рисовую тоже, но неважно какую. Фильм не может быть. Или как он называется, помнишь, Саш? Да. Хороший такой фильм юморной. Мы всегда смотрим, когда... И вспоминаю вот такие эпизодики. Я говорю, Саша, как из кинофильма, я тебе кашу пушистую сделала. Когда будешь, дорогой? Когда будешь, дорогой? Спрашиваю, когда будешь, дорогой, раньше, дома? Раньше ужина и не жди. Вот и хорошо, и обед не надо подавать и готовить. На ужин все тебе сделаю и подам. Все, пока. Ура, ура, ребята. Я не могу дальше говорить. У меня идут слюнки. Я потерял дар речи. Одним словом, принял душ и очень хочу есть. Глядя на все это, я и так хотел есть. Зашел, все, потерял дар речи. Суп. Суп с рисом и с тушенкой, я так понял, да? Да, я все показывала, как готовилось. Салат с помидоров. Овощной салат. Это не знаю, что, картошка. Кабачки с рисом. Все, я уже есть хочу. А мяско какое вкусное. Аж язык заплетает. Саша сегодня еще съездила, купила. Ох, и вкусное. Все, хозяйка молодец. Зелень своя уже. Аж голос сел. Все, обедаем. От радости, да.